Также мы прикручиваем к нашей огромной доске крепление Кромакс Каспер для фиксации мониторов. Прикручиваем к нашей доске. У нас получается здесь будет монитор, здесь будет монитор. И вот этот вот проекторный столик, еще на нем будет монитор, который будет стоять вон там вот возле камеры. В общем, получается вот такая вот конструкция.